Самые активные слушатели Sport.fm приглашаются на завтрак с чемпионом. Давайте познакомимся. Меня Николай зовут. Я в вашем распоряжении. Сегодня известный российский биатлонист Николай Круглов. Николай стал серебряным призером зимних Олимпийских игр 2006 года в эстафете. Николай Круглов – один из двух двукратных чемпионов мира в смешанной эстафете 2005 и 2006. Я себе даже представить не могу, какое волнение должно быть вот перед таким стартом. Вообще, как с ним справиться? Финальный этап Кубка мира в Осло проходил, в Норвегии. А весной там уже такая очень теплая погода, как правило, стоит. И учитывая то, что стадион находится в низине, там такая образовывается просто лужа капитальная. Ну, прям вот реально болото. Как сейчас помню свои мысли, еду, думаю, так, дружочек, давай только без штрафных кругов. Потому что сейчас штрафной круг – это смерти подобно. Нормально отстрелялся, и лежу, и стоя. Это тоже такой своеобразный мотиватор, который в тех или иных условиях позволяет нам справляться с волнением, не допускать ненужных ошибок. Какую часть вашей жизни занимает такая неожиданность? Ну, вот такие какие-то более эмоциональные вещи. Самую приятную. Небольшую, но самую приятную. За большими серьезными достижениями мужскими, как правило, стоит женщина, вдохновляющая на эти подвиги. Я ждал. Я ждал. Хороший вопрос. Любые, наверное, серьезные дела, в общем-то, одним из мотивационных факторов является женщина. Ну, это моя точка зрения. Может быть, опосредованно, может быть, очень скрыто, но это так. Можно попросить для моей сестры автограф? Да, на каждой страничке, я так понимаю.